Очереди уйдут в прошлое. В Чебоксарах завершается строительство новой многопрофильной поликлиники. Она будет в структуре центральной городской больницы. Сегодня ход работ проинспектировал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Светлые кабинеты и никаких узких коридоров. Новая многофункциональная поликлиника впечатляет как снаружи, так и внутри. Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку помещений, устанавливают двери, светильники, оснащают мебелью и современным оборудованием кабинеты. Этот многослойный компьютерный томограф позволит диагностировать новообразование на самых ранних стадиях. Что вот это оборудование стоимостью 24 миллиона рублей уже установлено, в принципе, пусконаловочные работы уже проводятся, даст возможность 3-4 раза снизить период ожидания наших больных людей или пациентов, или просто горожан, когда проходит диспансеризацию, профилактически нужно проверять. Вот это очень значимо. В поликлинике очень нуждаются жители именно центра Чебоксар. Новое здание почти наполовину разгрузит центральную городскую больницу, где сейчас обслуживаются около 100 тысяч горожан. Мы снимаем историческую проблему. Я помню, горожане просили, жаловались, возмущались. Это подарок в канун Нового года всем горожанам, всем нам. У нас не только в городе, но и в сельской местности одинаковое развитие идет. Мы, допустим, могу сказать, за последние годы 205 фельдшерско-акушерских пунктов ввели, в сельской местности ввели, для того, чтобы шаговой доступности оказывать качественную медицинскую помощь. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В пятиэтажном здании будут принимать все врачи общей практики и узкие специалисты. Здесь же разместятся центр амбулаторной онкологической помощи и детское отделение. Будут обслуживаться адреса ниже улицы Гагарина. Также здесь большое отделение дневного стационара. Будет отделение женской консультации, полностью перейдет сюда, на эти площади. На первом этаже полностью будет оснащено рентгеноотделение. Уже оборудование стоит. Это цифровой флюорограф, цифровой маммограф, рентгеноскопический комплекс на 3 рабочих места. В принципе, по кадрам у нас вопрос не стоит. Мы уже планируем, и при открытии у нас будет полностью как бы обеспечено кадрами. Общая площадь поликлиники – 17 тысяч квадратных метров. Стоимость без малого – 835 миллионов рублей. Все строительство велось за счет республиканского и федерального бюджетов. Рифат Фаткулин, Павел Иритков, Республика.